What if you don't need to live in pain and suffering? What if you could give up your karma and have a life of abundance and joy? What if you could start creating magic and miracles that you never thought were possible? Get ready to listen, share, and experience the magic that is you. Now, here's the host of Creating Abundance with Ease radio show, Dr. Helen Gitlovich. Добро пожаловать! Я доктор Елена Гитлевич на Creating Abundance with Ease, создание изобилия с легкостью. И сегодня наша тема «Кто прав?». На Руси всегда говорят, кто прав, кто виноват. Но что, если правоту переоценивают? Что, если на самом деле это то, что нам мешает, сдерживает нас, ограничивает нас? Правда – это просто еще одна точка зрения. Давайте поговорим о том, что на самом деле важно для создания той жизни, которую мы желаем. Я врач по образованию, по призванию. Родилась в Москве и переехала в Америку, точнее, мама забрала меня из России, когда я была еще ребенком в 17 лет, сразу после школы. На те годы это десятилетка была. И переехавши в Америку, я стала врачом. И как-то потихонечку жизнь изменилась, но я всю жизнь пыталась доказать, что я права. Пыталась доказать, что я хороший врач, пыталась доказать, что я хорошая жена, хорошая дочь. И все это как бы отразилось в итоге на моем здоровье. Я помню, человек много лет тому назад, Шерри, как бы мой ментор, она спросила, ты хочешь быть права или ты хочешь быть счастлива? Я задумалась и сказала, я хочу быть и то, и другое. Она говорит, нет, в жизни всегда либо права, либо счастлива, потому что если пытаешься доказать правоту, то правота затягивает полностью и уничтожает все, что связано со счастьем. Потому что тогда все усилия направлены на правоту. Я хотела и то, и другое. Правда на самом деле. Что такое правда? Когда я пришла в Access Consciousness, я начала понимать, что правоты как таковой нет. В английском языке есть пословица, не пословица, а выражение. Truth is in the eye of the beholder. То есть правда – это в глазах того, кто на нее смотрит. И действительно, правда – это лишь точка зрения, когда то, на что мы смотрим. Потому что если взять, допустим, любой предмет, даже, вот скажем так, вот эту чашку, которую я пью. Вы смотрите с этой стороны, я смотрю вот с этой. То есть вы смотрите как бы то, что у меня сзади. Я не вижу этой стороны. Там что-то написано иероглифом. На этой чашке, в принципе, одинаково. Написано wisdom – это мудрость. С этой стороны тоже. Но если мы повернем вот так, то я вижу просто красную чашку. Я не вижу ручку этой чашки. И если я начинаю описывать эту чашку, то как бы сказал, ой, а у этой чашки нет ручки. Это как пиалка. Если я поверну вам этой стороной, вы ручку уже не увидите. Или если я еще опущу ниже экрана, то вы видите только как бы верх, донышко вы не видите. И мы можем с пеной у рта доказывать, что чашка выглядит вот таким образом. И каждый из нас будет прав. Потому что правда на самом деле – это перспектива, с которой мы смотрим.
Я когда бросила медицину, не бросила, продала свою практику, начала искать себя. Я пошла назад в колледж, и в колледже я взяла искусство. То есть я начала рисовать, всю жизнь мечтала. И вот решила сделать из этого профессию, потому что оказалось, что немножко таланта есть. И на уроке рисования каждый из нас, то есть задание было нарисовать коридор в школе. Двери, лестница там много. И каждый сел в своем уголке и начал рисовать. Как вы думаете, все рисунки были одинаковые? Даже если мы сидели рядом и рисовали практически с той же точки, но на самом деле это было чуть-чуть сдвинуто, и уже рисунок был совершенно другой. Что мы рисуем в нашей жизни? Мы рисуем то, что мы видим, правильно? Мы видим глазами то, что мы как бы вот в нашей перспективе, вот в этом ракурсе. При этом у нас куча суждений, которые либо мамины, папины, бабушкины, дедушки, школы, нашего общества, государства, медицины, врача, неважно. У нас все это как линзы перед глазами, которые смазывают абсолютно все, что мы видим перед собой. Поэтому где же правда? Кто прав? Если человек смотрит с ракурсом, скажем так, я сейчас начала книжный клуб «Ваше богатство для вас». И я не знаю, вы присоединились к нашему клубу или нет, но когда мы смотрим на деньги, скажем так, вот мы взяли тему денег. Кто прав о деньгах? Кто-то говорит, что деньги ужасны, деньги грязные. Я не могу взять деньги только если эти деньги из чистого источника. Я могу только взять деньги, если я заработал кровью и потом. Столько точек зрения, и каждая эта точка зрения как призма или дырочка, через которую мы смотрим. Поэтому же мы говорим, правда в глазах того, кто на это смотрит. Есть как бы что-то, что истинно. Но опять-таки, даже то, что истинно, может быть, истинно для одного человека, истинно не для другого человека. Есть хороший анекдот по этому поводу. Я очень люблю эту историю, когда молодожены переехали в новый дом. И в старые времена белье, когда постирали, стирали руками, вывешивали на улице. Я не знаю, вы помните это или нет, но в некоторых странах я видела до сих пор этим пользуются. И женщина утром на завтраке смотрит, соседка вывешивает свое белье и говорит мужу, слушай, она не умеет стирать. Белье постельное, все в пятнах. Оно, наверное, должно быть белым, но прямо черные пятна. Муж промолчал. И это продолжалось каждый день на протяжении, скажем так, недели, двух недель. И вот в определенный момент утром женщина смотрит в окно и говорит, ой, слушай, кто-то ее научил стирать. Белье такое чистенькое, беленькое. И муж посмотрел на жену и говорит, дорогая, я сегодня встал пораньше и помыл наши окна. Насколько мы смотрим на все вокруг нас, через окна, через ту перспективу, через те суждения, которые нам мешают, которые, может быть, даже не наши. Когда мы смотрим через цветное стекло, вот, допустим,
окна в соборах. Там мозаика. Изумительно красивое окно. Причем не важно, это грязные окна или красивые окна. Но все равно, если мы будем смотреть на мир через вот эту мозаику, мы будем видеть калейдоскоп цветов. Но будем ли мы видеть то, что реально перед нами? Нет. И мы будем доказывать с пеной у рта, что вот это белье имеет пятна. Хотя мы смотрим через грязные окна. Access Consciousness. Я занимаюсь двумя практиками. Access Consciousness и хроники Акаши. И там, в принципе, одно и то же. Чем больше мы уберем наши точки зрения, чем больше мы будем смотреть на мир, как, скажем так, новорожденный ребенок с мудростью лет, опять-таки, мудрость лет – это точки зрения. Я сказала это и тут же поняла, что это не то. Что очень часто приходят вот эти мысли в тот момент, когда мы говорим. Это мудрость лет на самом деле. Чья мудрость? У кого мы ее купили? А хороший инструмент в Access Consciousness – это кому это принадлежит. И я помню, когда я первый раз это услышала, для меня это было открытие. Потому что я не понимала, насколько я покупалась на все точки зрения, которые, когда я, вот, допустим, общалась с людьми, мне совали эти точки зрения. Просто вот, даже когда не спрашивал. Знаете, как говорят, когда я жила еще в Советском Союзе, его называли «страна советов». Почему? Потому что все пытались посоветовать друг другу. И с этим было связано очень многое. Что-то происходит в жизни, подруга обязательно должна дать совет. Причем это не только в России, это не только в Советском Союзе, это в Америке, это в Италии, это на Украине, это везде. Я всегда говорю, ребята, если не просили, не давайте совета и не помогайте. Но при этом люди все равно пытаются навязать свое мнение. Неважно, правильно, неправильно, хорошо, плохо. На самом деле ничего хорошего, плохого, правильного, неправильного нет, но об этом мы поговорим позже. Я говорю только о том, что это не принадлежит, многое не принадлежит нам. Время у нас будет 3 перерыва, и мы как раз подходим к концу первой части, и будет перерыв. Вы слушаете Creating Abundance with Ease со мной, доктор Елена Гитлевич, на сети Inspire Choices Network. Когда мы вернемся, мы продолжим нашу беседу. И сейчас небольшой перерыв на рекламу. We will be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past, and all the unfinished business in our lives. What would you choose if you did not have karma, or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlevich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices. Are you ready to have ease with creating abundance? Listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. Are you a subject matter expert? Are you here to share your expertise with an audience waiting to hear from you in only the way you can deliver? Are you ready to have your voice amplified across the airwaves?
Inspire Choices Network has a global radio platform streaming to millions of people across the world. Professionally produced and supported by an accomplished team every step of the way, you can broadcast from anywhere in the world, knowing your voice matters, and we ensure it is delivered with ease and efficiency. Eager to hear your message, the world awaits. Contact us today to become an Inspire Choices Network radio host. Email becomeahost@inspiredchoicesnetwork.com. This is the Creating Abundance with Ease show with Dr. Helen Gitlovich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at inspiredchoicesnetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g@att.net. Now, back to the program. Добро пожаловать! Я Елена Гитлевич на создании изобилия с легкостью Creating Abundance with Ease. И сегодня наша тема «Кто прав?». Перед тем, как мы пошли на перерыв, я говорила о том, что многие точки зрения, которые мы доказываем с пеной у рта, нашу правоту, чаще всего не принадлежат нам. И вот этот инструмент, кому это принадлежит, Access Consciousness, которое было создано Гэри Даглас, и просто замечательный в том, чтобы освобождаться от вот этих правильных, правых точек зрения, которые мешают нам жить. Потому что на самом деле то, что мешает нам создать нашу действительность в том виде, в каком она может быть, это точки зрения, где мы решили, что мы правы. Больше даже, чем там, где мы решили неправы. Потому что если мы не знаем, что мы неправы, ой, давайте от этого избавимся. Там, где я не права, все, это мне не нужно. Правильно? Когда мы решили, что мы правы, я помню, я делала класс здесь, в Чикаго. Я только начинала Access где-то 10 лет тому назад это было. И одна женщина, мы говорили там, и не помню даже, какая у нее была точка зрения, но о том, что мы перфекционисты. Она говорит, да, я перфекционист. И я ее спросила, я говорю, слушай, ну, чаще всего это мешает жить. Не хочешь от этого избавиться? Она говорит, не-не-не, это очень важно, чтобы все делать вот идеально, перфектно и так далее. Я так, окей. Я говорю, хорошо, тебе это оставляем. Кто-то из зала, не-не-не, убираем. Довольно большой класс был, поэтому кто-то выбрал убрать. Я говорю, хорошо. И в Access есть замечательное очищающее выражение «Right and wrong, good and bad, pack and pat, all nine, short posements». Если вы его не запомнили, если вы новые для Access, если вы никогда не слышали его, ничего страшного, можете пойти на страничку theclearingstatement.com. Сокращенно это pack and pat, point of creation, точка создания, точка разрушения, pad. И если вы даже запомните это, если что-то вам не нравится, вы можете это убрать. Но сейчас мы говорим о том, что вот правильные точки зрения. И вот эти правильные точки зрения, где я прав, где мы доказываем, которые особенно нам не принадлежат, может быть, где-то у кого-то взяли, типа мама, папа, бабушка, дедушка, предки, школа, неважно. Давайте посмотрим вот сейчас на секунду, что вам мешает жить. Просто задайте этот вопрос. Какая точка зрения, где вы решили, что вы правы, вам мешает жить? И все вместе зададим вопрос, кому это принадлежит? Если стало легче, не ваше. Отпускаем, отправляем отправителю с полным осознанием. Еще раз, кому это принадлежит? Иногда это чисто энергетически. Многие точки зрения сидят настолько глубоко в подсознании, что мы даже не осознаем, что это
нам мешает или что оно у нас есть. Я помню, я работала с одной женщиной, у нее был огромный бизнес, миллионный, и она разошлась с мужем, все бизнесы, у нее было несколько бизнесов даже, все рухнуло, и после этого она не могла создать себе новые бизнесы. Точнее, она создавала, никуда ничего не шло. И вот когда мы с ней работали, выяснилось, что одна из точек зрения, которая ее держит, это что деньги разрушили ее семью. Потому что когда было много денег, муж пошел гулять, изменил, и они разошлись. На самом деле муж гулял с деньгами, без денег. Это абсолютно не имело никакого отношения к деньгам. Но у нее зациклилась эта точка зрения. И она настолько решила, что это правда, и что это, что она права, все это как бы мешало ей жить. Мы работали с этим, но она не могла это отпустить. И энергетически оно сидело так глубоко, что потребовалось несколько сессий, чтобы это выяснить. На сегодняшний день, да, и она перестала приходить на сессии. То есть она решила держаться за эту точку зрения. С другой стороны, у меня другая клиентка была, которая отпустила похожую точку зрения. И ее бизнес просто рванул вверх. Все зависит от того, что вы выбираете. Кстати, если вы хотите, вы можете зайти в чатрум, в группе есть ссылка. Не чатрум на Zoom, потому что здесь, так как это подкаст, вы не можете здесь ничего писать и спрашивать. Но вы можете в чатрум на страничке Inspired Choices Network написать вопросы на русском, на английском, на любом языке. И мы поговорим на эту тему, если что-то такое горячее, что возникает сейчас. Это на всякий случай я могу даже сказать. Это inspiredchoicesnetwork.com, черточка, chatroom. Очень простая веб-сайт. Надеюсь, увижу вас тут. Поэтому вот эти точки зрения, которые не наши. Давайте еще раз. Ну, вернемся к деньгам, потому что книжный клуб насчет денег, и у нас столько точек зрения насчет денег, там, где мы решили, что мы правы, что это просто останавливает полностью наши деньги. Вот что вы решили, что для вас означают деньги? И кому это принадлежит? Отправляем обратно. Спасибо. Отправляем обратно еще раз. Кому это принадлежит еще раз? Благодарю. Отправляем обратно. И отправляем обратно. А что, если вообще не существует правильно-неправильно? Кстати, если мы считаем, что что-то неправильно, и мы доказываем это тоже своего рода правота. Вот я прав в том, что это неправильно. А самое интересное, нехорошее, неважно, как это назвать, что мы сами себе доказываем. Там, где мы решили, мы неправы, с пеной у рта мы себе самим доказываем там, где мы абсолютно неправы, считая, что это правильно доказывать. И вот сколько этих точек зрения не принадлежит вам? Кому это принадлежит? Благодарю, отправляем обратно. Кому это принадлежит? Отправляем обратно. А что если все в нашей жизни на самом деле так, как оно должно быть, что не было ошибок, не было прав, неправ, хорошо, плохо,
Что если это был просто выбор? Ведь в принципе нет правильного и неправильного. Это только то, что вы выбираете. Нет правильного и неправильного. Это только перспектива и точка зрения. И самое главное, очень много главного, столько мыслей, я немножко, скажем так, ADD, как по-английски называется, Attention Deficit Disorder, то есть начинаются все точки зрения, они плавают в мозгу, и вот пытаешься их ухватить сразу. Правильно ли это? Права ли я в этом? Не права. Все рассчитывается на то, что мы выбираем. Выбор – это не решение, это не ответ, это не то, что мы решили, что очень важно, и мы должны доказать, что это важно. Но выбор – это просто легко. На самом деле выбор вы выбрали. Получилось, не получилось. Скажем так, может быть, не самый лучший выбор на сегодняшний день. Вместо того, чтобы называть это ошибкой или «я не прав», что если мы просто посмотрим на это? О, интересная точка зрения, интересный выбор у меня здесь. А что я сейчас могу выбрать? Давайте поиграемся вот в эту игру. В Access есть замечательная... Замечательный инструмент, скажем так. Выбирать на 10 секунд. То есть наш выбор только может быть 10 секунд. И, скажем так, ближайшие 30 секунд, если вы смотрите на меня вживую или в записи, вы видите, что я взяла в руки телефон. Если вы слушаете, я просто вам говорю, я взяла телефон и я взяла секундомер. И вот на ближайшие 10 минут я хочу, чтобы вы просто... самое легкое – это движение. Скажем так, движение руки. И вот каждые 10 секунд, когда я вам скажу, выбирайте, вы можете выбрать движение рукой, телом, встать, сесть на 10 секунд. И вы будете выбирать это разное, то же самое, не имеет значения. Начинайте выбирать. И мы продолжаем выбирать. Вы выбираете вот это вот. Теперь выбирайте что-то новое. И вот вы делаете это ближайшие еще 4, 3, 2 секунды. Теперь выбирайте что-то новое. И еще 3 секунды вы делаете то же самое. А теперь выбирайте что-то новое. Еще 5 секунд, 6, 3, 2, 1, выбирайте что-то новое. Как вы себя чувствуете? Мне немножко стало легче, когда я начала выбирать. Мысли ушли. Я надеюсь, у вас то же самое. Потому что когда временной фактор 10 секунд, перестаешь задумываться, перестаешь решать, что нужно сделать. Вы просто выбираете. Вот в этом и есть выбор. И вот сейчас мы выбираем пойти на перерыв. У нас небольшая такая рекламная пауза. И вы слушаете Creating Abundance with Ease, создание изобилия с легкостью со мной, Еленой Гитлевич на Inspired Choices Network. И когда мы вернемся, мы продолжим нашу беседу о том, кто прав. И we'll be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past and all the unfinished business in our lives. What would you choose if you did not have karma, or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlovich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices.
Are you ready to have ease with creating abundance? Listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. Magic and abundance are everywhere. What if you could tap into abundance and start creating your life with complete and total ease? Working with Dr. Helen Gitlovich will give you exactly that, total ease in creating abundance in your life. Dr. Gitlovich creates classes all over the world, both in person and online. She works with you to create abundance with your money, with your body, with your relationships, with all areas of your life, with total ease. Connect with Dr. Helen Gitlovich at creatingabundancewithease.com. Her contribution in your world will be a noticeable gift in a very short period of time. How wonderful would it be to carry your favorite Inspired Choices Network host with you throughout your day? Well, now you can. Inspired Choices Network now has its very own mobile app. Our free app offers live streaming shows, along with thousands of podcasts and TV episodes. Our shows cover a wide variety of topics. Whether you're waking up with us, carrying us through the day, and taking us to bed with you, we're always here for you to enjoy. We're easy to find. Just search for Inspired Choices Network in the Apple App Store or Google Play Store. This is the Creating Abundance with Ease show with Dr. Helen Gitlovich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at InspiredChoicesNetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g@att.net. Now, back to the program. Добро пожаловать. Я Елена Гитлевич на создании изобилия с легкостью. И сегодня наша тема «Кто прав?». До того, как мы пошли на рекламную паузу, в первых двух частях, скажем так, мы говорили, о первой части мы говорили о том, кому это принадлежит, потому что большинство вот тех точек зрения, где мы решили, что мы правы, они даже нам не принадлежат. И во второй мы говорили о том, что как избавиться от этого, одна из них, жить и выбирать в 10-секундных интервалах. Это помогает нам изменить многие вещи и не зацикливаться на том, что право, правильное, неправильное, хорошо или плохо, и перестать осуждать себя. Давайте поговорим о том, чтобы осуждать себя, потому что кто прав, не может существовать без того, что кто-то не прав, или кто прав, кто виноват. И вот это чувство вины очень часто сопряжено с тем, что мы сами себя загоняем в эту программу чувства вины, потому что мы решили, что мы не правы. Потому что это всегда две стороны. Мы доказываем свою правоту, но в то же самое время очень часто мы думаем, что мы не правы. Подсознательно. Это настолько часто даже не видно и не проявлено, очень часто это вот именно в фасилитации проявляется, потому что я фасилитирую на самом деле вокруг света глобально. Занимаюсь эксосом 10 лет, а хрониками Акаши уже 25. Поэтому я насмотрелась уже достаточно много. И очень часто, когда человек доказывает свою правоту, особенно рьяно, так вот, с пеной у рта, чаще всего у него где-то сидит, вон там вот в башке, точка зрения, что он не прав, что он где-то виноват, где-то что-то не так сделал. И причем это может быть даже не это воплощение, это может быть предыдущей жизни. И вот эта программа «прав, неправ, прав, виноват», оно
влияет на вот эти программы, из которых мы функционируем сегодня. Сколько из вас подвержены вот этому чувству вины с легкостью? Потому что у меня это было вот так. Насчет мамы, насчет бабушки, насчет папы, насчет друзей. Всегда где-то что-то я была виновата вот здесь. Если вы, извините, если вы только слушаете, то я показала на свою голову. Потому что многие... Этот подкаст начинался как радиоподкаст, и, в принципе, он идет как подкаст на многие станции, включая iTunes, SoundCloud, YouTube и так далее. Можете прослушать предыдущие передачи, уже больше 100 подкастов, большинство на английском языке, но многие на русском. И на самом деле не всегда даже важно, на каком языке вы слушаете, потому что многие вещи, которые я говорю, оно энергетически воспринимается на любом языке. И что, если вот это чувство вины, эта компьютерная программа у нас в мозгу, ее можно просто убрать? Давайте попробуем. Кстати, это возвращает нас в первую часть нашей передачи о том, кому это принадлежит. Потому что чувство вины очень часто сопряжено с тем, что нам кто-то это навязал. Скажем так, наши мамочки. Я очень люблю свою маму. К сожалению, ее уже нет в физическом теле. Но, тем не менее, она... изумительно была искусна в том, чтобы вызывать чувство вины. Это было классически. А как это происходило? Ой, ты мне не позвонила вчера, и что-нибудь добавляет, что она плохо себя чувствовала. Все. У меня тут же пошли эти вот шестереночки в голове. Я такая плохая дочь. Надо было позвонить, надо было приехать, бла-бла-бла-бла. Сколько из нас это делает? Давайте же мы все возьмем вот это наше чувство вины перед мамами, папами, бабушками, дедушками и отправим это обратно к отправителю. Все, что они нам продали, купили, потому что то, что мы купили, пожалуйста, отправим это обратно. Благодарю. Сколько энергии ушло. Давайте еще раз. А вот все чувство вины, которое у вас есть, неважно по какому поводу, давайте спросим, кому это принадлежит. Причем это не важно, это может быть даже не они навязали, а общество, это может быть это чувство вины перед родителями, связано с той культурой, в которой мы живем, в том обществе, в котором мы живем. В той среде, в которой мы живем. Пожалуйста, давайте вернем это обратно. Благодарю. И давайте пак и пад, то, что я сказала, вот это выражение, разрушим все, что вы купили и засадили так глубоко, что просто отправить не получается. Вот все, что вы это сделали сейчас. Спасибо. Right and wrong, good and bad, back and bad, long, nine, short, spoils, and beyonds. Фух, стало легче. Не знаю, как вам, но мне точно. Наверное, у меня тоже сидело очень много вот этих вот программ, чувства вины, чувства правоты. Что... И самое главное, есть очень интересная программа, которую я обнаружила у себя. Правоты в, своей в своем чувстве вины. Ой, я уже даже говорить не могу. Программа правоты в том, что мы имеем право чувствовать вот эту вину. Okay? А что, если это абсолютнейшая ерунда, чепуха, и к нам вообще не относится? Еще раз повторяю, а что, если это к нам не относится, все эти программы? То есть да, мы их купили, мы их продаем,
мы создаем у своих, если у вас есть дети, у своих детей, мы создаем у наших мужей, жен, кого угодно, у друзей. Что если мы на самом деле отпустим это, перестанем создавать и перестанем покупать? Что произойдет тогда? Вот на секундочку, представьте себе мир, где отсутствует чувство вины. Интересно, как у всех появилось, у некоторых появилось, так тогда люди будут делать все, что они хотят. А что, если они будут делать это все осознанно и на благо всем? Потому что чувство вины на самом деле не предохраняет от того, чтобы причинять вред. На самом деле наоборот. Насколько я понимаю, мы причиняем, во-первых, вред себе. Это такое насилие над собой, иметь вот это чувство вины и доказывать, что ты прав там, где, может быть, не прав. Или доказывать, покупать, что мы не правы в тот момент, когда мы, может быть, правы. Все это настолько создает конфликтные ситуации. И на самом деле войны в мире, много убийств, насилия, именно связано с тем, что люди, страны доказывали свою правоту. Либо по поводу земли, это моя земля, либо по поводу власти. Все это связано, кто прав, кто виноват. Абсолютно не имеет значения. Потому что если мы уберем эту программу, на самом деле люди больше начнут видеть, что же перед ними. Это то, с чего я начала нашу передачу. Мы смотрим на мир через призму наших осуждений и суждений. Если мы смотрим на мир через призму чувства вины, чувства правоты, чувства превосходства, неважно, какая программа работает на сегодняшний день у вас в голове, эта программа не дает вам видеть то, что перед вами. Если мы отпустим наши заморочки, наши программы, мы начнем видеть, что перед нами. Как в том анекдоте. Давайте помоем наши окна, чтобы мы могли смотреть на мир через чистые окна, прозрачные, через линзы, которые не останавливают никакой лучик света, потому что темнота, кстати, это отсутствие света. Поэтому что если мы будем смотреть через призму любви и благодарности, которая на самом деле позволяет нам видеть абсолютно все? Время на наш третий, последний перерыв. Осталось уже немножко в нашей передаче. И вы слушаете Елену Гитлевич на Inspired Choices Network, на Creating Abundance with Ease, создание изобилия с легкостью. И когда мы вернемся, мы продолжим нашу тему на несколько минут и поговорим, а что дальше, какие радиопередачи у нас, потому что подкаст идет каждую среду, либо на английском, либо на русском языке. Иногда у нас есть гости, и другие языки тоже присутствуют. Поэтому включайтесь, неважно, на каком языке это будет. И we will be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past, and all the unfinished business in our lives. What would you choose if you did not have karma, or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlovich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices. Are you ready to have ease with creating abundance?
listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. This is the Creating Abundance with Ease show with Dr. Helen Gitlovich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at InspiredChoicesNetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g@att.net. Now, back to the program. Добро пожаловать. Я Елена Гитлевич на создании изобилия с легкостью Creating Abundance with Ease. И сегодня наша тема «Кто прав?». В первых трех частях мы говорили о том, просто как бы повтори для тех, кто сейчас присоединился. В первой части мы говорили, что вот это доказательство, кто прав, это смотреть через линзы наших суждений, как бы через грязные окна или через мозаику цветных окон. При этом прав, виноват, не имеет значения. Мы говорили об инструментах, кому это принадлежит. Во второй части, в третьей мы говорили о том, что это все программы, кто прав, кто виноват, особенно чувство вины. И сейчас я просто хочу напомнить, что подкаст идет каждую среду в 11 часов утра по чикагскому времени, в 20:00 сейчас по московскому, 19:00 по Украине, 20:00 по Израилю. Все это вы можете услышать на английском языке, на русском языке и на страничке inspiredchoicesnetwork.com. Там какие темы идут следующие. Следующая неделя у нас на английском языке будет Magic of Holidays, магия праздников, потому что на самом деле праздники имеют свои чудеса. Сейчас как раз идет Ханука, еврейский праздник света, зажигание свечей. Это чудо, когда одна чашечка масла, которая должна была сгореть за один день, горела 8 дней, когда была победа, по-моему, над римлянами. И вот это чудо как бы переносится на сегодняшний день, и мы поговорим о том, что каждый из нас является вот этим огнем, этим светом, который освещает весь мир. И вот это чудо, то, что мы живем в этом мире, наша безграничная сущность, в безграничном как бы воплощении, мы можем менять мир магически. Также завтра будет продолжение нашего книжного клуба «Ваше богатство для вас». Вы можете присоединиться в группу в Телеграме. Если вы хотите узнать Zoom, а также на моей страничке Access Consciousness, там вся информация по поводу книжного клуба. Все классы, которые в ближайшее время уже в расписании, вы можете посмотреть на creatingabundancewithis.com страничке, а также на страничке Access Consciousness, потому что сейчас, по-моему, хроники Акаши ни одного класса пока нет в расписании. Но если кто-то хочет, дайте мне знать персонально. И сегодня как раз меня спросили, скорее всего, в январе-феврале я буду делать начальные классы о том, как открывать хроники Акаши. И идут основы на английском языке в декабре. Также быть собой на английском языке, а может быть, даже на русском. Смотрите на страничках.
И это не важно, как вы решили. Решили вы присоединяться к классам, не присоединяться. Это только выбор. Потому что здесь нет, кто прав. Нет правильного фасилитатора. Это то, кого вы выбираете. Выбор – единственное, что создает жизнь. Точнее, как мы говорим, четыре элемента. В основах мы изучаем четыре элемента созидания. Это выбор, осознание, это возможности, это вклад. И для этого мы должны убрать наши программы «Кто прав?». Потому что если у нас есть программа, что «я прав», или «он прав», или «она права», это еще одна заслонка, это еще одна точка зрения, это еще одно грязное пятно на окнах, через которое мы смотрим. Представьте себе, что вы смотрите через сито и как бы маленькие дырочки. Видите ли вы все, или вы видите только малюсенькую дырочку? Это ваша точка зрения. Как мы говорили в первой части, перспектива. То есть с какой точки вы смотрите, вот так, ту картину вы и видите. У меня до сих пор есть этот рисунок этого коридора. И я помню, насколько мы говорили, если вы только что присоединились, мы говорили о том, что я брала классы по искусству, рисование, скульптура, керамика. И вот на одном из классов мы рисовали коридор, и каждый смотрел со своей точки зрения, каждый рисовал этот рисунок со своей точки зрения, и все были замечательные. Это был один и тот же коридор с разного ракурса. А что, если мы откажемся от того, что наш ракурс, наша точка зрения единственная правильная? Что, если мы просто будем смотреть с этой точки зрения? Обойдем, может быть, на 10 градусов и посмотрим с этой точки зрения. Обойдем сзади, посмотрим с этой точки зрения. Может быть, поднимемся чуть-чуть на ступеньку и посмотрим сверху. У нас осталось 2 минуты. Перед тем, как мы расстанемся, мне хотелось бы просто изменить наш ракурс, изменить нашу перспективу и сбросить барьеры и расшириться. Просто расширьтесь свое сознание на 5 километров, 10 километров, 100, 1000, миллион. Вот как шарик расширьтесь. И вот с этой точки посмотрите на себя, на свое тело и на свою жизнь. Насколько изменилась ваша точка зрения? Я очень благодарна всем, кто пришел. У нас есть наши слушатели в зале, в Zoom. Очень благодарна вам, потому что ваша энергия добавила колоссальный заряд к этой передаче. Благодарна всем, кто слушает сейчас в прямом эфире, а также всех, кто будет слушать нас потом, либо на YouTube, либо в SoundCloud. И еще раз напоминаю, не все принадлежит вам. Задавайте вопрос, кому это принадлежит. Есть бесплатный application в телефоне. Кому это принадлежит? И отправляйте обратно. И самое главное, давайте будем благодарны за все, что у нас есть в жизни, за все, что у нас нет в жизни, и за все, что мы хотим. Thank you for choosing to listen to Creating Abundance with Ease radio show. Dr. Helen Gitlovich will return next Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. We hope you'll join us. Until then, have fun using the tools of the week in your life.
and start creating magic in your life and your body.